Этот человек вновь удивил весь мир очередным шокирующим признанием. По словам Эдварда Сноудена, в ЦРУ хранятся документы, которые описывают древние подземные города, где до сих пор может существовать жизнь. Сноуден также заявил, что у разведки есть специальные приборы, которые позволяют контролировать активность этих городов. Но при этом спецслужбы точно не могут определить, что за таинственная цивилизация скрывается в недрах Земли. Может ли она нести угрозу человечеству? И сможем ли мы противостоять ей в случае возможной агрессии? Все эти вопросы мы разбираем в нашем закрытом канале «Переходник в комментариях» и шапке профиля.